Я выпустил аж 10 частей про моды и сделал обзор ровно на 30 модов, поэтому это лучшие 10 модов из прошлых видео. Стоп, не забываем подписаться на мой телеграм-канал, там будет выложен этот пак модов. А также вы сможете держать со мной связь, несмотря ни на что. Ну все, теперь точно начинаем. Первый мод на сегодня — это Actual Mop. Он добавляет в игру швабру для уборки. Швабра находится в подсобке за кухней. Наверняка у вас была ситуация, когда вы случайно нажали на клавишу мочеиспускания и загадили весь пол. Просто на F берем швабру и с легкостью все убираем. Второй мод добавляет в игру красный пикап. Бабушкин пикап сделан просто великолепно. У него открываются все люки и двери. Полностью проработанный салон с рабочими ремнями безопасности, анимированные педали и ручник, рабочее освещение, а также собственный звук двигателя. Чтобы получить ключи, нужно просто выполнить одно поручение от бабушки, после чего она отдаст вам ключи. На пикапе также можно подвозить алкаша и участвовать в драге. Еще его можно красить с баллончика или сделать свой скин. Третий мод называется Call Your Cousin. Этот мод очень полезный, ведь он добавляет в игру возможность вызвать кузена по телефону. Теперь из дома или из города можно вызвать кузена, который отвезет вас в город или домой. Для вызова надо поднять трубку и нажать по бумажке с номером. После звонка кузен приедет к дому и остановится. В городе для звонка надо подойти к таксофону, внести 5 марок и нажать по клавиатуре. Кузен может не приехать после первого звонка, так что не стесняемся звонить еще. Кстати, долго он вас ждать не будет, так что через некоторое время он просто уедет. Четвертый мод называется Fishing Trip. Этот мод сильно улучшает систему рыбалки в игре, а именно добавляет в игру удочку, эхолот, 5 новых видов рыб, а также искупщика. Система тут такая же, как в RDR 2. Чтобы поймать рыбу, нужно сесть в лодку. Далее, при помощи эхолота найти место с рыбой. После берем удочку клавиши F, закидываем при помощи LKM и ждем поклевку. Во время поклевки ждем, пока рыба успокоится, и вытаскиваем ее зажатием LKM. Все, теперь рыба ваша. Ее можно либо продать, либо пожарить. Также каждую среду проводится соревнование по ловле рыбы. Пятый мод называется Rent Apartment. Этот мод добавит возможность жить в городе, а именно снимать апартаменты рядом с новым домом алкаша. Чтобы снять дом, надо подойти к арендодателю, поговорить с ним и нажать на клавишу K. Отдаем деньги и все, квартира наша. В доме все рабочее, включая душ, холодильник, туалет, телевизор, телефон и кровать. Вы также можете забрать некоторые вещи из дома. Шестой мод называется Traffic Car Expansions. Этот мод сильно меняет систему трафика. Он добавляет в игру около 30 различных моделей машин. Теперь водители станут умнее, они будут ездить аккуратнее, притормаживать перед авариями, использовать поворотники, иногда моргать фарами, если впереди стоят полицейские. Седьмой мод называется VHS Player. Он добавляет в игру полноценный VHS проигрыватель. Он продается в магазине, в здании, где техосмотр. Там же можно купить и кассету. После покупки плеер ставится по телевизор. Для воспроизведения видео надо преобразовать его в формат .ogv и скинуть папку с модом. В игре появится кассета, которую надо сначала купить, а потом вставить в проигрыватель и смотреть свое видео. Восьмой мод называется CD Player Enchanted. Он позволяет скачивать MP3 музыку на диске. Как по мне, это намного удобнее, чем постоянно конвертировать из MP3 в OGG. Помимо MP3 можно использовать форматы .fuak, .ogg, .wav, .aff, а также слушать интернет-радио. Для этого ищем в интернете прямую ссылку на радио и копируем ее. Далее заходим в настройки мода и вставляем ссылку туда. Теперь можно слушать радио шансон прямо в игре. Девятый мод называется Advanced Graphic Settings. Он сильно изменит графику в игре. Новые облака, освещение, дождь, ночь, блюр, параллакс. Это лишь малый список всех настроек мода. Каждый сможет подобрать красивую графику себе. Я проверил на своей системе, FPS практически не упал. Десятый мод называется Moose Hunter. Этот мод добавляет систему охоты на лося. Теперь в город по выходным будет приезжать продавец, у которого нужно купить ружье, патроны и бинокль. Затем приехать в одну из 8 точек для охоты ночью. Зарядить винтовку, выследить лося и подстрелить его. Теперь надо отвезти мясо продавцу и все, деньги ваши. Бонусный мод добавляет в игру кота по имени Максвелл. И я думаю, тут слова излишни. Этот кот может стать хорошим механиком, хорошим поваром и даже лучшим собутыльником. На этом все. Если тут соберется 2000 лайков, то я сделаю лучшую сборку модов на My Summer Car. Эту сборку с модами ты найдешь в моем телеграм-канале по ссылке в описании. Для установки просто перетащите содержимое архива в папку с модами. Не забываем подписываться и ставить лайки. Всем пока!